Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска. В новом ивенте есть возможность получить набор топ-игрока. И я помню, что в том году, в Новый год, когда был обменник куб, то можно было забрать набор топ-игрока. Поэтому недонатеры, которые смотрят меня около года, для вас счастье, радость. И вообще люди, которые забрали топ-игрока, кому он понравился, сеты с топ-игроком на мужика и на девушку. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Ну, начнем по стандарту с топ-игрока на мужика. Это легендарный набор, в какой-то степени олдовский. Заранее скажу, я не знаю, что одевать с головой, что одевать с кроссами. С шортами знаю только 1-2 сета, вот с курткой много чего вам могу показать. А давайте начнем. Под куртку что мы подберем? Нужна какая-нибудь фиолетовая прическа, то есть наподобие вот такого. А потом можно вот эти волосы одеть, хотя нет, это забудьте. А, инкубаторы инь-янь, 1-2 чертежа, вот такой тайный ее магазин. Я остановлюсь вот на этих дредах. Это инкубатор граффити за 1 чертеж, поэтому относительно недорогое. Потом на маску можно одеть, в принципе, там марионетку, можно одеть какие-нибудь вот эти все масочки там с пропуска, маску с пропуска можно одеть уже относительно недешевую и нередкую, относительно дешевую и редкую вот эту маску, можно одеть очки, но можно одеть вот эти очки с магазина, что в принципе годно смотрится, но опять же, я одену бесплатные вот эти очки, которые можно было получить на халяву. Потом, на кроссовку. Так, ну, соответственно, белые кроссы, розовые. Сейчас посмотрим, какие есть розовые кроссы у нас. Синие. Кстати, вот сюда подойдут все те кроссы, которые я относил к категории говнодавов, в которые огромные, стрёмные и большие. То есть, если бы они были не синие, а фиолетовые, было бы годно. Так, что сюда можно? Донкмастера нет. Вообще, где тут эти кроссы? Нет, не эти, тоже не эти. Вот эти, в принципе, тоже нормально смотрятся. Вот это такое себе. Были бы с фиолетовым. Так, где? За второй пропуск, в принципе, собирать смысла нету. Вот эти тоже такое себе. А вообще, вот эти кроссы можно оставить. Сейчас вы поймете, почему. Вообще, идеал это либо вот эти кроссы, либо вот эти, либо вот эти. Я же оставлю все-таки вот эти кроссы. И пойдем подбирать штанишки. Нужно черная, синяя, фиолетовая. Так, ну, пантере пропуск, он на ясное дело, что подходит. Доброе утро, опять уведомление. Так, штанишки. Тут есть годный пропуск. Вот этот. Это просто идеальнейшее сочетание именно с этими, с топ-игроком. Посмотрите, просто один и тот же цвет. Просто цвет в цвет. Кроссы, да. Кроссы, если вам эти не нравятся, можете подобрать в принципе то, что понравится вам, и в принципе играть, потому что я не знаю, что сюда можно подобрать, вот именно вот так сходу. Нужно прямо сидеть, выяснять, что понравится, что не понравится. Поэтому, Баленсияги. Кстати, можно Баленсияги, в принципе, прикольно. Так, мы оставим же вот эти кроссы и пойдем дальше. Вот эти штанишки с тайного магазина, в принципе, нормальные. С пропуска такой себе. Кролик 50 на 50. Так, это такое себе. Аид, кстати, годно смотрится. Прикольно. Так, кстати, вот это практически... Где Аид? Вот это практически бесплатный сет. В принципе, смотрится неплохо. Далее, это такое себе.
Так, нам нужно опять же что-нибудь черненькое с фиолетовым. Вот это такое себе тоже, я думал, что будет лучше смотреться. Пижамка тоже такое себе. Вот это, в принципе, годно. Вот это четко мне нравится. Вот сюда, кстати, можно одеть Balenciaga и, в принципе, балдежненько. Так, вот эти Balenciaga, в принципе, нормальны. Далее, что еще у нас есть? Такое себе... Тоже такое себе, вот эти штанишку. В принципе, нормальные, почему бы и нет. Только, опять же, к этим штанам лучше обуть вот эти крозы. Потому что, ну, как бы и фиолетовые, и фиолетовые, и нормальные. Так, что у нас еще есть дальше? Рескин. Рескин смотрится отстойно. Так, что дальше? Вот это чисто черные, нормальные. Вот это с этого инкубатора, в принципе, почему бы и нет. Набор за рейтинг. Вот это годное сочетание. Штаны сюда и нормально. Так, пуховые штанишки, это классика. Вот нормально. Так, джазовые штанишки тоже нормальные. Вот эти штанишки тоже нормальные. Зеленые ненормальные. Штаны ангела тоже нормальные. Теперь... А пуховые штаны и джазовые же есть у всех. Я же оставлю пуховые. Например, если у вас любимая ваша прическа белая, давайте оденем какую-нибудь вот эту белую прическу, оденем масочку вот такую. И, соответственно, сюда нужно что? Правильно, молодцы, белые кроссовочки. То есть... Получается, опять же, одеваем что-нибудь белое наверх, и все. Но вот это лично мне не нравится, потому что как бы он сам по себе темный торс, и хочется что-нибудь в темных хатанах сюда подобрать. Поэтому лучше или черную, или фиолетовую прическу, и будет где-то вообще все отлично. Так, далее, шортики. Вот под шортики я не знаю, типа, что сюда одевать. Вот что под эти шорты одевать? Это смотрится отстойно, а голые торсы смотрятся тоже стрёмно. Даже если мы сюда оденем все вот это фиолетовое, то с голым торсом будет смотреться отстойно. Так, вот эта куртка, может быть, кому-то и понравилась, кто-то такой, вая, чё за сет? Мне это вообще не нравится. Это тоже отстойненько. Офник тоже такое себе. Это тоже такое себе. Вообще жесть. Так, голые торсы. Вот это торсы. Вот это все. Так, единственное, что мне тогда понравилось, я помню, это вот это. Но сейчас у меня уже вкусы четко изменились, и вот это раньше еще я считал в принципе нормой. Сейчас же это нормы я не считаю, поэтому такое себе, что одевать именно чисто под шорты, я не знаю. Футболочек красивых нету. В принципе, я думаю, что стоит закончить, перейти на женского персонажа. Благодаря Гучику теперь у меня открыт топ-игрок, он его случайно мискликнул и открыл. Короче, штанишки под торс. Вот женский топ-игрок, он чутка получше, именно в плане сочетания. Так, что сюда можно? Вот эти штанишки потом... вот эти штанишки, в принципе, нормальные, кроссы бесплатные, прическа, в принципе, можно одеть любую фиолетовую, какую любую фиолетовую, например, вот эту, давайте уберем грим, а масочку оставим вот эту. В принципе, нормальные, но сразу же скажу, алло, я женские сеты собирать не умею, вот все, что мне понравится, я вам покажу, кто вечно играл за девушку, кому-то может и не зайти. Ок, да, все, договорились. А юбочка, вот это розовая нормальная, вот это на любителя. Это, вот в принципе, нормальная, это кролик сочетается, это в принципе тоже. Это такое себе, набор Даши такое себе. Вот это годно. Это халявный набор и мне прям понравился. А прическу, конечно, можно чутка заменить. Вот это, в принципе, тоже годно. Стрингачи тоже нормальны. И там, в принципе, все. Джинсу, вот это все, штаны ангела. А шортику. Шортику, кстати, годно смотрится. Нормальны. Далее, штанишки топ-игрока. Что под них можно отдать?
А вот этот пропуск, вот этот пропуск, потом солдат ЧС нет. Так что у нас есть рокер, рокер на любителя. Вот это тоже такой СБ. Так, вот это, в принципе, нормальный. Это такое себе, такое себе, такое себе. И тут все, тут дальше уже пошли прямо бесплатные шмотки. В принципе, я думал, что с этими штанами я больше чего-то соберу. Но если бы у меня были открыты женские наборы, то мы бы и собрал. Но женские наборы я не открываю, потому что смысл. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами Скилл.